двигаемся медленно. Вообще, конечно, она никакая. Ну, изначально там уже были предположения, как бы еще когда рентген отсылали нескольким врачам. На самом деле, очень таким серьезным людям все было отправлено. Ну, вот человеческий врач смотрел, то есть там просто непонятно, типа либо остеомиелит, либо новообразование. Ну, так как мы такой курс прошли антибиотиков, и вот то, что сейчас происходит с собакой, скорее всего, это рак. Скорее всего. И вот, ну, рекомендуют взять биопсию сустава, но это под наркозом, я так понимаю, делается. Какой ей наркоз, она еле-еле вообще, то есть на лапах стоит. То есть сегодня она вообще ничего не ела. Я не знаю, прокапается, может быть, ну, покушать что-то. Вчера вот она, ну, получше покушала, я прям обрадовалась. Ну, сегодня вообще ничего. И она даже не плачет, не кричит, как она до этого вот кричала, ей было больно. То есть она просто спит все время, я выношу ее на улицу сходить в туалет. Она, ну, даже на задних лапах не особо как бы хорошо стоит. Это я проверяю, как капает, нормально ли все. Да, как вот изначально мне говорили то, что, ну, лучше удалить лапу. Я испугалась. Я не рискнула. Но сейчас под нож просто не отдашь собаку в таком состоянии. То есть, когда вот она просто лежит. Не знаю, капаемся. Буду смотреть, как бы, в любом случае, то есть, буду бороться до последнего, как обычно.